Всем привет! Продолжаем знакомиться с главами книги «Библия» в иллюстрациях «Гравюра на дереве» Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу. Посвящение Иисуса Навина. И сказал Господь Моисею: «Возьми себе Иисуса, сына Навина, человека, в котором есть дух, и возложи на него руку твою, и поставь его перед Елизаром, священником, и пред всем обществом, и дай ему наставление пред глазами их, и дай ему от славы твоей, чтобы слушало его все общество сынов Израилевых. И будет он обращаться к Елизару, священнику, и спрашивать его решение посредством Урима пред Господом. И по его слову должны выходить, и по его слову должно входить он и все сыны Израилевы с ним и все общество». И сделал Моисей, как повелел ему Господь Бог, и взял Иисуса и поставил его пред Елизаром, священником, и пред всем обществом. И возложил на него руки свои и дал ему наставление, как говорил Господь через Моисея. Текст по книге «Библия» в иллюстрациях «Гравюра на дереве» Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу.